почему-то в Крым. И безразлично, какие дороги, куда и зачем приведут. Пусть с опозданием, но я все же буду там, где меня. Опоздал. Все из-за места 13-го. Вы не суеверный? Нет. А я отнюдь верю, то есть, ну, пока билет менял, пока то все, звонки прозвенели. Ну, не удалось, значит. Чего? Место поменять. Как это не удалось? Именно что удалось, вы не поняли, я суеверный как раз насчет 13-го, оно мне везучее. Я родился 13-го, живу в доме 26, корпус 2. Ну, то есть, если делить дом на корпус, 13 выходит. И вот теперь, когда ехать, куда и лететь, всегда прошу на счастье чертову дюжину. А пиво не хотите? Нет, спасибо. Нет, в смысле? Отнюдь или отнюдь под водочку не откажусь? Как вы странно, однако, используете это слово на все случаи. А что, хорошее слово из прошлых веков. Я современный кайф и до релакса, что молодежь глотает, жизни в рот не возьму. А тут красивые по-русски. Выпить не откажетесь? Отнюдь. Наливать? Я сказал нет. Тогда чайку. У меня заварка цейлонская еще до перестроечных времен. Сейчас у проводницы кипяточку прошу. А проводите, мне и чая не хочется. Как же так? Посуху ее разговор не потечет. И славно, если не потечет. Поезд шел по дороге в стали среди телеграфных столбов, где солнце было краснее помады, воздух прозрачнее слов. И я валялся на верхней полке в пространстве между явью и сном, а где-то рядом с брошенной стройкой мой дом отдали послом. Но я устал на совещании.